Ну, первую игру вышли, выиграли. Соперник все позволял делать спокойно. Забили свои моменты, выиграли. Вторую игру вышли, не на настрой команды. И на этом сказалась игра. Но все равно забили свои моменты, выиграли. Да, но вчера вышли совсем не собранные, пропустили вообще ненужные голы, сами себе, можно сказать, привезли. А забивать у нас так не получается, все с трудом туда идет. Сегодня, ну, совсем по-другому настроились уже, хотели доказать, что случайности, эти все непонятные поражения с большими счетами. Ну, первые почти два периода отыграли хорошо. Потом немножко подсели, опять своими же руками привезли голы. В третьем немножко вышли, начали, побежали спасать родину, тоже пропустили два гола. Ну, потом вроде ничего, нормально начали играть, но этого все равно не хватило.